Ну давай TikTok посмотрим 20 минут. Ну давай, блядь. Что у меня тут в ТикТоке? Солнце летит. I'm hungry, but I... Как моя мама ехала ко мне в Финляндию из Петербурга? Очень интересно. $80. Что за $80. Выберем. Телепортация, но 30 секунд КД, 24 на 7. Или летать без КД, но работает 19 часов в день. Телепорт. А у меня, ну так, 30 секунд это мало. Телепорт. А чё боёвал здесь одна? You please do green and orange. Yes, I... This is sad. А есть какие-то ебаные хэштеги в ТикТоке? Давайте посмотрим какие-нибудь хэштеги. А под чем меня отмечают? Упоминания. Фейки. Все хуи во мне, я хочу что. Пи***ц. Ладно. Мамы учат мыть копыт. Я уже примерно один час залипаю на этого танцующего позе. Это вообще законно? Блин, какой бред. Чем ты похож на... О! Чем на меня по... Так. Какой школьник в 20 лет, блядь? О боже. Адидасик, да. Мне Эдди Диппинсу на 25 лайков попадается, блядь. Что мне с рекомендациями? Вот это заебись. You literally do not need a... 42-летний Евгений случайно стал звездой интернета. Отлично. В смысле, не будет. Мразь. Ух ты, блядь. О, это я буду так ехать. Вот летом права получу, буду вот так ездить. Сука! Ой, нет. Нет, так не буду. Было, блядь. Ааа, блядь! Осуждаю. Петус. Можно я буду звать тебя Петус? Так. Ой, блядь. А как это? Ой, ебать, прикольно. Просто гениально. Это не окно в небо, перед вами лампа. На выставке в Париже показали чудо, имитирующее светлое... Я чудо, меня не показали. Давайте немножко... Это придурки. Начнем. Присаживайте. Смешиваем энергетик Монстр и пиво Гиннес. Отлично. Озеро в лесу, это типа про залысину его, что ли, блядь? Поднимем бокалы по полной за наших усеющих братьев. За тех, кто еще без ребенка, но он как будто бы батя. Смотрю наши старые фото и честно мне хочется плакать. Счастливый билет в Ливонг, косм, кудри, пряди. Офигенный лук, но лука ведь так мало. Сколько не прикрывай, но не прикрыть обман. А у меня есть лыс? Не. Ну подожди. Не, у меня нормально. Не, у меня нормально.
Я не лыс. Шибашку в тепле так доварила мама. Че сними шапку, бини, выглядишь ебано. Ты бы хотел как сейлер, пчелка силуэт и лум. Прям в... Вы просили попробовать смешать. О, это Риалто. Это, или, да, это Риалто, по-моему. Всем привет, многоуважаемые. Какой древний город был столицей Римской империи? Санкт-Петербург. Рим. Всем привет, ребят. Сегодня я расскажу, какой ПК я собрал. Нихуя ПК! На базе у нас i5-12400F и 4060 Ti. Оператива у нас стоит DDR4 на 16 гигабайт. У меня был компьютер такой в его возрасте, я бы, наверное, это, блядь. Ладно, все, ребята, поехали. Если лайк заблокируют, то надо это. Надо пользоваться. Подожди. 12? Спасибо новому закону. Что это за звук? Ты чё? Ой, да конечно, нахуй. Маме 15, блядь. Вот чё ты такая и вышла, блядь. Можно курить на тарелочку? Можно тарелочку попросить? Курить на тарелочку? Можно курить на тарелочку попросить? Так, у меня было... Минусы быть квадробером. Так. Что это за картинка, бля? Я ненавижу. Бля, что это? Я засыпаю уже. В моих венах, в моей ДНК. Ты по моим венам, как кровенно, ты проникаешь в мой организм. И... на фоне кривляется. Я на тебя подсел, на тебе замис. Ты голову дурман. Я всегда бобы перевожу, я никому не кидаю почти алмазы. В смысле не кидаешь? Давай, 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 быстрее. Сейчас кину весь ментос кока-колу, готовый. Да, прям сейчас? Прямо на ваши глаза. Давай, если я отсчитываю 10 секунд, и ты не кидаешь, тогда ты... Не вижу. Два. Раз, до сих пор плюсик не два, ребята, три, мои утятки, два четыре, плюсик не нажали, пять, не вижу. Шесть, не вижу. Два человека не подписаны. Семь, вот одна подписалась, восемь, пол. Полина подписалась, девять, еще один, кто там не подписан. Десять. Девять! Только давайте вместе считать, ребят, мы с вами команда. Мама в 19. Чё, батя её, блядь? Кто это, блядь? Сначала они, фу, ты 2013? А потом, в смысле, ты через 3 года паспорт получишь? Чем я занимаюсь? Балет. Гимнастика. Народный. Так. Угу. Я и кто? Да, что это? Mm-hmm.
Все, я запомнил. Надеюсь, тебе хоть 12. А сколько ей? 10? 14? 14, блядь. Ой, ладно, все, хватит на меня квадробера. 10 минут хватило. Внимание, сейчас так. Будет слэм. Как креветки. Мразь. Аппетитные тараканы в треть. Я на этот раз 50 минут прошло сначала стрима. Захотел, без гандона захотел красивых дел. Это те же челы, прикиньте, которые сделали вот этот «Да я русский, со мной бог!» Вот это вот, это те же челы. Они хитов ебашат. Правда, фулл-треки у них, ну, если честно, не очень, но припевы пиздец. В DayZ грядет зима. Ладно, давай, пока. Шо он там в конце спиздякнул? Ебан. Уебан? Я даже этого не заметил, сука, блять. Уебан? Это сейчас было? Прикиньте, сука, за спиной пиздит, блядь. Это сейчас было? Говорит, уебан. И вебочку еще сделал себе на стриме, бля, 1.5 сантиметра, потому что ему... Я тогда мухой летел. Стыдно стало. Ладно, нет, давай, не потому что мне стыдно стало, а потому что я летел мухой. Что тут с субъектом произошло, блядь? Я так и делал, мороженое. Кладешь в холодильник, в морозилку, и все, и у тебя мороженое. Я так делал, совые. Давай! Это не засос, это порез бритвенный, обычный. Вот. Как называется фрукт, который также является названием цвета? Оранж. Апельсин. Как да. Называется наука о живых организмах? Биология? Биология. Как называется место, где пчелы хранят мед? Улей. 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 Какой язык является самым распространенным в мире по числу носителей? Английский. Английский. Какой инструмент используется астрономами для изучения звезд? Телескоп. Телескоп. Как называется столица Новой Зеландии? Пиздец. Веллингтон. Какое растение известно тем, что из него делают бумагу? Дерево. Папирус. Что изучает? Какой папирус? Изучает наука криптография. Эти. Крипту, эти, блокчейн. Ебать. Шифры. Блять. Какие игры? СССР. Афины. Как... Захотел, купил тачку, захотел. Такую суку захотел, без гандона захотел красивых дел. Это концерт только для меня был. Купил тачку, захотел. Такую суку захотел, без... Что это? А на шее мою подвеску. Так, это наш... О, это Маяс? Ой, Art Majest. Это Маяс? Я его тогда неправильно назвал, это не Art Majest, а... Art Warden. Art Warden. Блядь, ну долбоёк, я только что сказал! Его зовут Маяс. Which car jumps 50 container? Пошла. А еще не забывайте. Почему приводит твоего фе в браузере? Там выводит твое дело по мелкому хулиганству с 2000. Книга фанфиков. Идиллия или как Антон хочет завернуть Илью в плед и тискать? Восточное кладбище захоронения?